Их музыка завораживает, интригует, успокаивает. Антонио Вивальди и Петр Чайковский, композиторы которых объединяет цикл музыкальных произведений, носящих название «Времена года». Передать всю атмосферу суровой зимы, яркого лета, легковесной весны и лиричной осени со сцены Медвежьеозерского дома культуры попытались известные музыканты, а также учащиеся местной детской школы искусств. Концерт прошел в рамках проекта «Детская филармония». Создан при поддержке Министерства культуры Московской области. Участниками и организаторами является Московская областная филармония, художественный руководитель Максим Исаакович Дунаевский. Солистами концерта стали пианист-виртуоз Олег Калагуров, солист камерного оркестра «Градский холл» Константин Казначеев, а также оркестр-инструментальная капелла во главе с дирижером Филиппом Петровым. Безусловно, зритель должен почувствовать разные времена года, настроения, которые меняются от времени года. Нет, в смысле, музыкальные настроения. Это каждая пьеса, это жемчужина. Конечно. Там есть видеоряд, который сопровождает исполнение музыкальных произведений, поэтому это помогает настроиться на определенную атмосферу. Несмотря на юный возраст некоторых музыкантов, их выступление сорвало бурю восторженных аплодисментов. Всего со сцены прозвучало 12 композиций, каждая из которых была посвящена определенному месяцу. Помощь в организации мероприятия оказали комитеты по образованию и по культуре и туризму городского округа Щелково. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.